В столице Чувашии состоялся автопробег, посвященный Дню Победы. Подробности в следующем материале. Георгиевские ленточки, голубь мира, российские флаги, наклейки с символикой Великой Победы. Так подошли к оформлению своих автомобилей участники автопробега. В нем приняли участие около 30 автолюбителей. Алексей Дмитриев участвует в таком патриотическом заезде впервые. За два дня он раскрасил своего железного коня в цвета георгиевского флага и украсил тематическими наклейками. Ну, День Победы, тем более 70 лет, один раз в жизни, как говорится. Можно постараться. Это как-то еще больше выделиться, проявить себя. 9 мая очень великий и очень знаменательный праздник для нашей страны. В знак благодарности как бы, за их подвиг, за их труд великий. Как бы, ну, что в моих силах, как бы, стараемся как-то сделать им радость. Некоторые автовладельцы и оделись соответствующе. Ну, мы должны показать свое отношение к нашей победе, которая была завоевана нашими дедами в те тяжелые годы. Мы ценим нашу победу. Красная площадь, парк 500-летия Чебоксар, ДК «Салют», ДК «Тракторостроителей». Маршрут проложили через всю столицу республики. Подобные автопробеги в Чебоксарах проводятся постоянно. Но основная цель автопробега – это как раз да, привлечь внимание, чтобы люди увидели, что есть такой у нас замечательный праздник, не забывали своих дедов, отцов, прадедов, почитали, уважали. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.